транспортные предприятия несут убытки. Сегодня заниматься пассажирскими перевозками, признаются водители, стало невыгодно. В Анапе в преддверии чемпионата мира по футболу обновили парк. Постоянно идет работа по модернизации подвижного состава, а это весьма существенные вложения. Последней каплей стал рост цен на бензин. Основные причины этого все прекрасно знают. Это подорожание топлива. Это одна из основных причин. Подорожание запасных частей, соответственно, подорожание самих транспортных средств. Ну и также большим бременем на предприятии легли требования по транспортной безопасности. Это оснащение транспортных средств видеокамерами, видеорегистраторами, мониторами, тревожными кнопками. Все это огромные затраты. Это даже не десятки и не сотни тысяч рублей. Это уже счет идет на миллионы, поэтому даже тот процент подорожания, который будет, он полностью не сможет покрыть всех тех затрат, которые легли на транспортные предприятия, не только наше, но и нашего города. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте был вопросом времени. Сдерживали его до последнего. Эксперты торгово-промышленной палаты сделали анализ ситуации. На основе полученных данных было принято решение об изменении тарифа. Выбрали самый щадящий для пассажиров вариант. Перевозка пассажиров и багажа занимается бизнес, соответственно, бизнес несет определенные издержки. В этом году рост издержек был существенным, связанным с ростом тарифов на горюче-смазочные материалы. Дополнительно к этому те территории, которые попали в зону действия проведения чемпионата мира, ужесточили требования по безопасности, соответственно, что вызвало существенные финансовые вложения со стороны перевозчиков. Но в результате произведения расчета в соответствии с методикой, утвержденной Минтрансом, рост тарифа составил всего 8%, несмотря на столь существенные изменения по издержкам. То есть фактически на сегодняшний день рентабельность ведения этого бизнеса в связи с проведением всех этих мероприятий находится под очень большим вопросом. Тем не менее, в транспортных компаниях гарантируют не только сохранить весь объем, но и продолжить работу по улучшению качества пассажирских перевозок. В автобусах уже установлены информационные табло, монтируются системы видеонаблюдения. Кроме этого, на горячие маршруты, где пассажиропоток увеличился, добавят дополнительные автобусы. Руслан Душевский, Анапа регион.